на данный момент это происходит из-за таяния снега, скопившегося во дворах жилых домов, а также на склонах возвышенности, прилегающей к жилым массивам, то есть талыми водами в связи с повышением температуры. А на данный момент по области выхода, то есть повышения уровня воды в руслах рек, в водоемах, пока остается без повышения. То есть как бы основное таяние и так, как такового паводка, то есть в области пока ситуация стабильна.